Клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» совместно с Управлением по делам молодежи и Центром досуга молодежи «Портал» организовали для спонсоров поздравительный концерт под названием «Остров добра. Остров надежды». На протяжении более чем 6 лет клубу оказывают помощь предприниматели и предприятия города Лабинска. Поэтому члены клуба «Надежда» в этот день от чистого сердца благодарили почетных гостей за поддержку и участие в их жизни. Мы пригласили сегодня наших гостей, всех спонсоров, всех друзей нашего клуба, которые на протяжении многих-многих лет помогают нашему клубу. И хотим вручить им сегодня благодарственные письма, благодаринки и крашенки, которые ребята любовно сделали своими руками для наших гостей. На нашем мероприятии также присутствуют учащиеся средней школы номер 8. И наши ребята из клуба «Надежда», они все очень талантливые. Они подготовили много замечательных номеров. Танцуют, поют, читают стихи. И кульминацией нашего праздника будет наш гость, который знаменитый инвалид первой группы «Колясочник» Петр Беленков, который является лауреатом губернаторской премии. И он приехал к нам из города Курганинска. Я думаю, наш праздник сегодня будет замечательный. Мы от всей души хотим подарить это нашим уважаемым гостям. В знак признательности ребята решили порадовать своих помощников и подготовили для них мероприятие, где продемонстрировали свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи. Заместитель главы администрации Лабинского городского поселения Павел Дедюра выразил слова благодарности руководителям и участникам клуба «Надежда». Вы являетесь примером для современной молодежи. Не только силой духа и верой в будущее, но и теплотой ваших сердец, силой доброй и светлой душой, уважительным отношением друг к другу, старшему поколению. Я хочу выразить слова сердечной благодарности Галине Михайловне и всем сотрудникам Центра досуга молодежи «Портал» за весомую роль в воспитании молодого поколения, огромную заботу и внимание ко всей молодежи нашего города и района. Екатерина Клименко, Владимир Дворников, телекомпания «Лаба».